количество больных алкоголизмом и наркоманией в Нижегородской области на 20% ниже, чем в среднем по стране. Это результат эффективной работы медиков регионального правительства. Так, в области действуют новые системы реабилитации людей, страдающих от наркомании. После лечения в наркодиспансере зависимый человек может получить сертификат на 150 тысяч рублей, который позволяет бесплатно пройти полугодичную реабилитацию в одном из пока только двух аккредитованных центров. Финансирование идет из областного бюджета. Мы уже за 16-й год смогли взять на реабилитацию 10 реабилитантов. Они прошли успешно, уже сейчас прошли к этапу ресоциализации, стали работать как волонтерами, так и в других направлениях своей деятельности. И сейчас, на данный момент, у нас находится в центре 8 реабилитантов, которые проходят курс реабилитации. Сергей – один из участников программы. Признается, раньше не раз срывался, но сейчас даже вспоминать не хочет о своем недуге. Он намерен твердо убрать из жизни историю с наркотиками. Это единственный центр, в котором я продержался самый большой срок. Для меня какие-то новые пути были открыты, которые я просто на самом деле где-то обесценил. Но я знаю, что мне здесь помогут. Специалисты этого реабилитационного центра активно, а главное эффективно работают с зависимыми людьми. Мы пытаемся разобраться, в чем же причина употребления каждого здесь поступившего человека. Потому что наркотики либо алкоголь – это уже следствие, это уже действие, которое происходит после того, как человек не смог либо прожить какую-то ситуацию, либо не умеет с чем-то справляться. Наша задача – помочь ему и научиться именно, наверное, смело смотреть вперед, да, и выстраивать свои цели и планы на будущее. В дальнейшем, после полугодовой социальной реабилитации, пациенты проходят постлечебную программу. Они 3 раза в неделю общаются с консультантом и психологом, которые помогают им освоиться в жизни без пагубной зависимости. Стать участником региональной программы реабилитации может каждый совершеннолетний нижегородец, прошедший курс лечения от наркомании.